На новой выставке в картинной галерее имени Горшина представлена не только живопись, но и скульптура. Через работы двух авторов показаны разные судьбы, объединенные одним городом. Художница Галина Завьялова и скульптор Людмила Медведева – обе химчанки. Жили и творили в одно время, а вдохновляли их жители Химок. Их очень много связывает. Две сильные женщины одного поколения. Судьбы очень их похожи. Работали они в комбинате художественных работ, который раньше находился на станции Химки. Сделали очень много обе для города. Галина Петровна Завьялова замечательный была человек. Ее знают очень многие жители. И у нас на выставке этих жителей можно увидеть в картинах, в портретах. Одна из картин называется «Хозяйка города». Изображена на ней химчанка, известная своей любовью и заботой о городском округе, Мария Рубцова. Мария Денисовна, почетный гражданин, посвятила всю свою жизнь благоустройству города. Решение передать свои произведения Химкинскому музею оба автора приняли еще при жизни. После кончины Галины Петровны и Людмилы Александровны родственники исполнили их волю. Администрация художественной галереи решила объединить работы в одну выставку. Открытие приурочили к 80-летию Химок. Часть экспозиции не была представлена. Некоторые скульптуры требуют реставрации. После выставки все работы заберут в хранилище и позаботятся о них должным образом.